Около 250 компаний из 17 стран мира принимают участие в международной выставке машиностроения и металлообработки. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспо» в Астане. На единой площадке собраны участники из стран Европы, СНГ и Центральной Азии. В выставочных павильонах компании демонстрируют самую новейшую и современную продукцию, полезную для развития не только машиностроительной, но и медицинской, горно-металлургической, химической и другой промышленности. Наша компания представляет ноу-хау, технологии, которые используются сейчас в Европе. Мы можем предоставить казахским производителям современные технологии, инструмент, станки, которые смогут в несколько раз увеличить прибыль каждого предприятия. Мы делаем инжиниринг, у нас есть очень большая команда специалистов, которые сделают ваше предприятие современным и прибыльным. Продукция этой международной компании, безусловно, сразу же притягивает внимание гостей выставки. Новейшее высокотехнологичное оборудование уже давно зарекомендовало себя на рынке стран СНГ, в том числе и в Казахстане. С его помощью можно проводить высокоточные измерения различных деталей и заменить их на импортные. Эти машины главной своей функцией имеют реверс-инжиниринг. Они позволяют с высокой точностью произвести комплекс измерений с возможностью получить CAD-модель и в будущем воссоздать эти детали. Очень рады проявленному такому живому, яркому интересу. Очень надеемся быть полезными непосредственно всему рынку Казахстана, бизнесу, непосредственно предприятиям оборонной промышленности и другим сферам. По словам участников мероприятия, площадка выставки дарит им уникальную возможность не только показать свою продукцию и найти бизнес-партнеров, но и обменяться полезными контактами и найти новые идеи для дальнейшего развития и продвижения своей продукции.